В Архызе установлен новый групповой мировой рекорд. Спортсмены 7 субъектов СКФО впервые собрались не для того, чтобы выяснить, кто из них сильнее, а выступить вместе для достижения общего результата, который войдет в историю. Подробности у Али Баташева. Мы собрали 7 человек 7 субъектов СКФО, 7 представителей субъектов СКФО, чтобы они совместно установили групповой рекорд, который называется «Дружба народов». Цель данного мероприятия – укрепить дружеские отношения между народами. Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, Северная Осетия и Чеченская республика. 7 участников, 7 этапов соревнований. Первое испытание – перекладина. За одну минуту Саид Малаев из Дагестана подтянулся 27 раз. Честно сказать, подтягивания такие считали более чистые. Ну, подтягиваемся, в принципе, раз 35-40, наверное, так. В основном с дополнительными сами работаем. Как вам Карачаево-Черкесии? Я первый раз здесь. Здесь очень мне понравилось, как в Дагестане горы. С Дагестана приехал горы, здесь и горы. Ну, красиво очень. Все достижения спортсменов фиксировались не только главным редактором Книги рекордов России Станиславом Коненко и нашим знаменитым земляком Маратом Узденовым, но и специальной аппаратурой. Впервые на таких мероприятиях применяется система счетчика, которая объективно считает угол амплитуды выполнения упражнения. Не все привыкли, естественно, к этим новшествам, но к ним нужно привыкать, потому что это вот новое веяние в спорте ближайшего времени. А еще участников ожидали отжимания на брусьях и от земли, выход силой, подъем ног к перекладине, подъем переворотом, вис на турнике. Кстати, в последнем этапе ребят поддержал личным примером олимпийский чемпион России по боксу 2008 года Рахим Чакхиев. По итогам соревнований установлен первый командный рекорд. 260 отжиманий от пола, 272 отжиманий на брусьях, 537 подтягиваний на перекладине, общее количество выходов силой на обе руки 57, подъем переворотом 87. Я впечатлен результатом, очень хороший результат на первый раз. Я буду это продолжать делать заново и заново. Если кто-то их перебьет, мы будем готовиться и перебивать их. В следующем году будут такие же? И в следующем году будут. И в этом году еще что-нибудь придумаем новое. Каждый участник в торжественной обстановке получил сертификат, где были отражены личные и коллективные достижения группового рекорда «Дружба народов», приуроченного к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Своим примером представители 7 субъектов СКФО доказывают, что дружба народов – это сила. А побеждать вместе легче. Али Баташев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево-Черкесия, Архыз.